Всем привет, ребят! Сегодня у нас Китайка и опять мы сейчас будем трешовать с вами, будем проходить битву гильдий, ну и, конечно же, немножко, как обычно, акций забираем на Китайке. Вот такая вот акция. Это, в принципе, награды за один пак, по сути, наш. Как видите, плюшек немало дают. Самое основное — это синие и красные кристаллы, эмблемы для прокачки, также 4 сета пятых. Это мы по истечению БГ откроем. Ну и дополнительно уже пятый день, ну четвертый, идет акция на покупку, где можно собрать 1,5 огнекрыла без проблем, кучу питомцев, кучу разных плюшек. Так, что у нас тут сегодня есть по акциям, сейчас посмотрим. Ссылочка на огнекрыло не забывайте в описании. Заходим. Так, ну тут, как видите, очень интересно, кстати, за первое место дают Некроса, а за еженедельный дают пятый сет. Как-то странно, там воодушевление, коробки. Ну такое, я это потом заберу. Так, что тут у нас идет за акция сегодня? Вот акция на покупку. Можно дособирать скины, какие надо. Ну, честно говоря, это не особо выгодно. Вот Вольт 38. Некрос 48. Воодушевление. Коробка тоже не особо. Смысл есть. Карта третья 21. Ну, как-то немножко непонятно. Вот тут даже вторая сумка 15. Так, пятый сетик, вот это лучше всего забирать. Пятый сет. До какого там? До 17 числа идет. Вот это еще можно будет завтра попробовать. Так, 65. О, это седьмой сет. Седьмой сет рун уже продает. Вот так вот, ребят. Неплохо, неплохо. Бастион. Так, тут шестой железная и пятый. И психощит. Ну, психощит вообще копейки, по сути, стоит уже. Так, ну, вроде как бы все. Поехали, посмотрим, что там у нас сегодня на битве гильдий. Ну, уже один свел и сослился. Отлично. Ну, я пока не расстановку не делаю. Так, что у нас тут? 329. В общем, все 300. 350, значит, одного отсюда будем валить, 280, валес 304, да, даже в топ не входит. Окей, поехали, посмотрим. 351 топа, что тут у нас такое есть. Ну-ка, давайте проверим его огнекрылом. Можно даже, в принципе, еще и фраю кинуть. Так, огнекрыло нашего уже слили. Смотрите на урон фреи. Что-то вообще нереальное. Так мало бьет. Жесть просто. Ладно, окей. Сейчас будем собирать тогда героев. Так, это еще плюшки приходят. Так. Я не знаю, какой сегодня состав потестировать. Что-то такое интересное хотелось бы. Или просто пробежимся сейчас в лоб. Так, ставим ремочку. Пятую. Кубок. Так, ворожай у нас готов. Давайте в лоб пробежимся. Так, Бигфута я еще скин так я до сих пор не купил. Так, Афинка, дерево. Силу, как видите, я немножко уже поднял. Следующая остановочка у нас будет 250. Так, тут поставим каменку. Тоже закинем в кубок. Вот так, второй будет. Так, тут снимем. Поставим наживу.
Так, Фрейя. Ремка ей, в принципе, не нужна. Сейчас где-то нароем ей пакт. С Анубиса снимем. Так, в топорик. И поставим ей ангела. Так, есть. Так, что у нас тут грубая сила стоит? Тоже надо пакт взять. Так, а где мои все пакты? На ком они стоят? Так, понятно. Ну, то есть сейчас с таким дамажным составом просто пойдем в лоб, посмотрим на изменения. Силы у нас немножко больше стало уже. Так, пусть он таки будет. Стрелок. Стрелка убираем, ставим Бигфута. Ну, в принципе, вроде как бы все, поехали. Шанс слива минимальный, как обычно. Так, есть. Побежали, сразу самого жирного будем валить. Так, будем идти через хранителя. Начинаем с огнекрыла. Так, ух ты, как жестко-жестко они, конечно, сносят. Смотрите, вообще без вариантов. Причем там герои 11 тоже. Очень странно. Вот вам разница в силе. Я вообще не знаю, что это за фигня на китайке. Ну да ладно. Давайте тогда так попробуем. Не будем бежать сильно в лоб. Так, у нас ворожей. Ну, вообще как-то смешно. Такой смешной урон. Такие герои, блин, а такой урон мизерный. Ну, бред просто. Ну, вроде как бы зарешали. Ворожая, правда, потеряли, но... Обидно, обидно, конечно. Сила вообще нереально, ну не знаю, настолько тут влияет. Вроде герои нормально прокачан, надо 12 будет прокачать. Ну, в принципе, так даже разобрали неплохо. С одной потерей. Так, поехали дальше. Топа завалили. Так, ну тут я думаю вообще налегке должны... Сейчас попробуем. Что тут у нас есть? Ну, мне это нравится. Посмотрите на этот урон моих героев. Это просто смешно как-то. Ладно, выйдем. Так, тут есть Фрейя. Отлично. Сейчас мы на ней зацепимся. Сюда и пойдем сразу. Чтобы сразу ее вынести. Ну, как Анубиса убирают. Жестко, жестко. Ребята, шанс слива, как обычно, минимальный был. Но слиться мы могли очень запросто. Видите, Анубиса вообще просто разобрали. Жесть, конечно. Так. Второй есть. Поехали, следующий. $320. Так, что тут у нас? Ну, тут можно вот так вот просто делать. Они даже ничего не успеют сделать. А не, кто-то все-таки... А, это Анубис ожил. Бедолага. Надо будет все-таки здесь попрокачивать пакты и священные огни. На героев точно так же, как и на основе как раз атака фортов. Будет и надо будет усилить состав. Так, есть, поехали, следующий топ у нас. Что, аналогично? Аналогично, выпускаем вот так вот всех.
И не паримся. Не паримся, я сказал. Нифига себе, бедный Анубис. Чуть его опять не посливали. Так, ну-ка, сейчас мы вот так вот их всех. Пусть не расслабляются. Армия вперед. Да. В общем, такие вот у меня битвы гильдии на китайке. Так и фортов бывают хотя бы интересные. Но пока на битве гильдии ничего интересного я не встретил. Так, ну и последний топ. Если это можно так назвать. Дырочный. А дырок столько-то. Это просто жесть. Что за мода пошла на дырки? Вот с фрей можно свободно разгоняться. И все, в принципе. До свидания. Сейчас пооткрываем еще плюшки, которые мы получили. Вот так вот. Вот такая вот, ребята, битва гильдий. Мой новый топ. Еще можете меня поздравить. 3244. Че, я уже второй гильдии по силе? Не, есть еще, но что-то не всех били или посливали. Не знаю. Так. Окей. С этим мы разобрались, побежали. Еще плюшки посмотрим. Так, кулачки, как обычно, забираем. Так, это я качал. Кого я там качал? Надо было кому-то прокачать. Так. А, фею я начал качать. Хочу все-таки открыть. 12 скиллы на фрей, на стрелка. Так, где наша там фея? Фея. Вот она. Сейчас мы ее немножко подкачаем. Так, почти нам хватило. КГшек у нас не особо много осталось. Так, а ну-ка глянем, что там у нас. Скоро будут 12 или нет. 38. Ну, в принципе, скоро. Так, что у нас еще есть такое интересное пооткрывать? Так, это все копится. Давайте, как обычно, потрешуем. Берс. Фигня. Каменка. Ну, пока оставлю. Есть, хочу кое-кого прокачать, сделать обзорчик с каменкой. Так. Поехали дальше. Так. Ну, болтарик наш. Так, каменка. Ну, вот это самое интересное. Раз, два, три, четыре. Ну, дайте я живу. Дали самое шлаковое. Как обычно, блин. Я не знаю, я уже запарился. Так хочу здесь живо набить. Хотя бы пару сетов пятых. Ну, как видите, пока не вариант, к сожалению. Так, а что тут у нас в третьих? Воу, две ремки дали. Ну, тоже неплохо. Так, ну вроде как бы еще вот это откроем. Тык. Ну, неплохо. Еще 30 осколочков, висетик. По сумочке огнекрыла я буду собирать. Теперь копить хочу, собрать нормальное количество, открыть, посмотреть, чтобы вы видели, какие шансы. Потому что, в принципе, огнекрыла у меня уже здесь хватает на китайке. Хочу посмотреть шансы, какие сумок, потому что все очень рандомно. Очень интересно посмотреть какое-то определенное количество. Так. Питомцев сейчас немножко прокачаем. Кстати, мне надо их там хотя бы до 26 левела, чтобы бонусы получить. То они у меня очень медленно растут. Надо яйца быстрее чухать. Так. Да, надо уже открывать 12 скиллы на такой силе.
и будет делать расстановочку. Аджай у нас осталось не пройдено. Конечно, не хочу строить забор, но сила растет. Придется все-таки строить забор. Так. Ну, донатные питомцы на китайке быстрее прокачались, чем у меня на основе. Так. Где там наш питомник? 35-й, 1545 Рудольфа. В этих тоже хватает уже. Так, Джелли, 26-я, отлично. Это очень хорошо. Так, тут еще растет. Вот тут вот хорошо. Для архидемона, для урона. Так, ангел 18-й, видите, обычные до 20-го только доходят. Вот 20-е уровни будут. Надо все-таки... 26-е будут догонять. Ну, у нас есть яйца, но я пока не особо трачусь. Ждем обнову, посмотрим дальше. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, китайка. По максимуму. Всем удачи, всем пока.